Уважаемые коллеги, дорогие участники научно-студенческой конференции, которая уже многие годы и носит имя Николая Неловича Бурденко. Научный поиск – это важная составляющая деятельности коллектива Воронежского медицинского университета. Конечно, наша основная функция образовательная, мы готовим специалистов, но без научных исследований, без научного поиска трудно сформировать и подготовить врача, который бы с успехом работал в практическом здравоохранении, выполняя задачи и решая проблемы сохранения здоровья населения. Мы сегодня имеем научно-исследовательский центр, который позволяет нам аккумулировать научные исследования и проводить их на современном этапе. Мы создали научные лаборатории. Ну, не надо забывать, что сегодня в руководстве кафедральных коллективов, вузов в целом, находятся ученые с мировым именем. Ученые, которые известны не только за рубежом, но и среди практикующих врачей и специалистов. Сегодня наши научные исследования имеют грантовые отличия, имеют премии, имеют награды многих научных форумов, которые проводятся не только у нас в России, но и за рубежом. Я сердечно поздравляю всех участников Бурденковской научной конференции с ее открытием. Я желаю вам новых творческих достижений, научного поиска и нужных результатов, которые наверняка смогут сохранить те научные исследования на должном уровне, которые сегодня необходимы для практического здравоохранения, для развития медицинской науки.